Ну что, всем доброго утра. Мы в 6 утра проснулись, сейчас завтракаем, будем одеваться. Едем на Ладожское озеро. Едем, тут, да. Тут чуть-чуть, в принципе, 3 дня туда, 3 дня обратно. Да. Нифига себе. Вот так вот, давайте завтрак. Тостики? Да, я пожарила себе тостики с вот этим творожным сыром, зеленью, очень вкусно и кофе. И папа Олет уже просит. Мам, сейчас. Мам, папа, интересно, что там? Ну что, мы выезжаем. Правда, мы, конечно, долго собирались. Сейчас 7.30, да? Да, 7.25. Мы сейчас с дома выезжаем. Вот честное слово, сегодня уже свет экономить начал. Ну чё, хай не мотай, чё? Ё-моё. Так и едем. А то что? Да, там он монастырь, да, и теплица. В остановку, да, мы проезжаем? Тут тоже какая-то платная рыбалка, наверное, да? Вон домики. Да. Ага, и машин куча, маёвка, короче, у народа началась. А, ну, да, и фур там. Да ладно. Красиво, да? 18-13-56-880. Да? Заедем потом посмотрим. А там... А вот и Кореновск. И мы по этому случаю слушаем даже Корн ФМ 87,7. Ну, раз мы едем в Кореновку, да? Ну, как-то... Вот самолет. Ага. Плавный. Плавный поворот. Магнит тут какой сильный. Продолжайте движение. Нам сенпай поставил в навигаторе геопозицию, и мы теперь по ней ездим. Да, не на кладбище, да. Нет, церковь. Возле церкви, он сказал. Там, а это что такое за здание большое? Это какой-то спортивный, наверное. Все, мы идем. Пошлите. Здесь храм какой-то, да, красивый прям. Как ты заметила, капелька лежит под... Капельный полив, да? Да, под кустами. А вон выходы, видишь? А, и здесь тоже, да. И Гриша уже переоделся. Да, у меня черный пояс. У тебя черный пояс, да, по карате? Ну подожди, вот тебе напомню. Кирилл Александрович, а вы? А что, Вера картиночку взяла, наверное? Нет, это просто килл. Это у психолога забрали вот это. Так как он же ее тащит? А, она вот так, этот... Что вы видите в этом рисунке, да? Бабочку! Долго! Лицо опять человек. Лицо поменьше вперед, очень сильно. Я маленький. Собираться будет, а мы спаримся там. Встали на вытяжку. Ровненько так, хоп, красиво, в рядочке. Любава. Эти тоже со стажем, да, уже второй год. А синие эти, да? Гриша, зайди в тенек. Я сто лет такого не видала. Давай руку, я говорю. Конечно. А чего так пора ты будешь? 10 метров прошел, нагрелся, раз, остудились. Это у нас обещал. Я прошел. Это на всем уровне. Вера, колбасы. Здоровье. Thank you.
Наверное, мы Кирилл Александрович из секретаря выпишем. И шаги поменьше. Я вас один шаг. Гриша! Вот так надо будет. Идем! Мне нравится КамАЗы поставить, как на военных действиях. Кирилл Александрович. Стой! Болтай! Идем! Из карате эти вернись. Так, хлопцы, бегом, бегом, первый. Натягивай. На баннер смотрим. Да уже почти дошли, 18. Богдан, уравняй! Богдан! А что на красный пошли? Я не вижу, не перекрыть, не перекрыть. Что там мы уже? В магазин, ага, в магнит. Идем потихоньку. Туда нужно отсюда, да? Хиросима. Мы же как раз в Японию. Ты видишь, сколько каратистов? Мы в Японии сидим. Да, я же устала. А? Да, гироскутер там. Давайте, молодцы. Вова, на Богдан. Значит, Катя здесь рядом живет, потому что у нее школа первая мелкая. Она какая-то рядом. Телефон у тебя. Вот, нас тут шумными путями. Люба! А Фоня диванчик нашел, пап. Звук прикольный медали, да? Это как все медали же были. Сидим, да. Да, это спортивное, наверное. Не, ну звук вообще шикарный. Знаете, какой прикольный? Давай, наливай. На другие пили. Пей, Дань, пей. Не стесняйся. Я ж мать, я ж отец. Инстаграм. Ты не хочешь? Давай, ты все еще будешь? Не будешь пить? Иди сюда. Иди ко мне. Не надо к маме. Мама занята. Подожди, школа. Нет! Все,
сейчас пойдете уже. Все, сейчас вы пойдете. Приготовьтесь. Ради нас позвали для массовки. Да. Люба! Люба! Помашите ручкой! Смотри, как загорелся впереди, раз стало. Ну там мы точно потеряемся, да? Вот мы в центре Кореновска. А что это за улица? Здрасте, Вера. Красно? Я Синпень. Выносливость. Наикраснейшая улица. Люба, улыбнись. Ты в Инстаграме. А это красная? Да, красная 130, точно красная. Да нет, ты сними поближе. Да люди не заметят. Аренда везде, понимаешь? Вот ты рекламу тут застраиваешь. Везде, причем аренда большими буквами. Главное, что есть коровка из Кореновки. Народу тут много. Ура, товарищи! Ура! Ура! Как тут красиво, да? Ничего у нас сейчас. Светлана. Знаете, какие деревья, нет? Ух ты, я не знаю. Ну да. Яблоня декоративная. На базе Диана Юрьевна, режиссер-постановщик, педагог, педагог-хореограф, неоднократно обладает. Послал, да? О, 10 середина есть дороги. Вот шарик. Кто все нас фотографирует? Где причем мы сейчас там где-то не рисовались, как Кореновки. Стали призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Кому? Кому? А
Антоша, Антоша, иди сюда. Антошка! Ура! Кубанской молодежи! Ура! Всегда первая! Ура, товарищи, мы дошли! Да! Водички дайте! Как хорошо, что мы дошли! Теперь я вот не понял, мы шли по тем улицам и сюда, а толку-то один. Да. Да хотя бы сказали уже. Да. Что-нибудь. То, что мы сейчас опять до школы выйдем. Афоня, мы тебя вечером заберем, хорошо, Афоня? Мы сейчас у Гриши на тренировке. Да? Ждем. Нет, мы это не берем. Давай. Только в руку попадай. Только в руку попадай. Все, 1 сентября можно приводить. Вот так. Вот так. Держи за голову. Попался. А ну вместе. Потихоньку только. Давай, давай. Потихоньку. Давай, давай, Афонь. Там же стояло, так сетки были. Угу. Да. Все, мы домой. Я так запотел. Да, да сейчас охладим. Сейчас охладим. Папа сейчас включит нам кондиционер. Все, мы домой едем. Так, а мы сейчас заехали в кафе. Часы. Вован нам прорекламировал здесь пиццерию Лайм называется. Сейчас пойдем пробовать там пиццу, да, в Красносельске. Пойдем, детки, за пиццей? Кафе Лайм. Лайм, перейдем. Мы пришли. А что там? Красиво. Сейчас меню нам дадут. Вам нравится здесь? Сейчас будем выбирать пиццу. Гриша читает нам. Да. Маргарита. Все, мы все заказали. Здесь есть даже роллы жареные и всякие разные роллы еще есть и пиццы. Но пиццы без картинок, а роллы вот тоже. А роллы это тут особенно. А здесь у тебя что-то нету роллов, да? Только в одном меню есть роллы. Ну, в общем, роллы тут еще есть. Какой-то коктейль, да? Вишня, что? Какая-то вишня, да? Помоги. Конечно, сыночек, конечно, пробуй. Вишня, да. Ну и название шви, извини. Вишня, пицца брависсимо, да, называется? Брависсимо. Афоня, посмотри на меня. Афоня. Тебе вкусно, сынок? Да. Да, я порежу. Да, я погрею. Давай всем погрею, да. Тык-тык-тык. А вот эта пицца еще деревенская с индустрией. Подожди, да я сфоткаю, отправляю, они же свое. Да, они же свое отправляют. Маная на булке. Два подружка. Поля. Ага. А у меня пицца что-то не помогла. А ничего, если даже она упадет, перевернется, ничего страшного. Это ж не торт, да? Да, да. Взял обратно. Во, мы бы никому не сказали. Ой. Да, мы быстро приехали, сейчас уже дома. А что у нас тут в Мышахтовке за празднование? Батут, да? Празднование. Вот уже открылся магнит у дома. Так, ну что, мы... Поспали, вот сейчас только ожили к 7 часам вечера. Сейчас будем ужинать. Григорий выбрал борщик.
я буду пловик. Все пловик, я особенный. Да, ты борщ. Я особенный. Будем пловик доедать. Так, вышли на улицу, дети с папой пошли чуть-чуть на рыбалку позакидывать удочку. Я сейчас хочу поделать еще домашние дела, успеть, пока не совсем стемнело. И потом уже будем идти мыться, потому что сегодня день, конечно, мол, у нас потрясающий. Мне даже кажется, я сейчас смотрю, как будто бы я загорела. Что тут, Рекс? Сижу, мне казанчик натирает маслом. Помыл его. А сейчас просто вытираешь? А потом еще подсолнечным маслом будет натирать. Видишь, мама, как... Угу. Так, мы сейчас уже спать, все помылись, и мне только осталось посудомойку, стиралку заложить на ночь, чтобы утром все вывесить и все разложить по местам. Вот так вот. Все легли? Все уже улеглись? Ты улегся? Да. И что ты слышишь? А. Что, ты не можешь вывернуть? Так ты покажи мне, как ты правильно будешь одевать. Так, вот так. Переверни и одевай. А как? Положи на кровать и одевай. Как я тебе кладу на кровать? Вот так. А вот так. Ну, Афанасий, рассказывай, как ты сегодня на парад ходил? А мама. Сейчас я... А Маня? Там новые конгрессы. Белые поездки. Да. Давай. Потому что они еще не получили, да, никакого. Они уже должны быть с оранжевыми, да? Так, спать давай, да, оранжевый ты мой пояс. Да? Не знаю. Все, сынок, портфель готов? Портфель готов. Ручки, все ты там кормишь? Всегда вот так после недели, вот ты как-то после каникул всегда все забываешь. Да, и после выходных длинных тоже, да? Опять 4 дня учиться, и потом 4 дня выходных. Все поровну. Да. Ну все, спокойной ночи. Спокойной ночи. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.